Всем доброе утро, добрый день. Наш типичный немецкий завтрак, свежая пресса, бутерброд. Это диетический завтрак с семенами чиа. Вот такой типичный завтрак. Это, кстати, каша манная. Ну, а это, конечно же, творог мягкий. Ну, а теперь можно приготовить очень вкусный салат. Для приготовления нам понадобится вот такая курица кебаб. Рукола. У меня она уже высушенная, помытая. Один огурец. Три помидора. Майонез. И вот такие палочки картофельные. Начинаем делать наш салат. Для этого нам понадобится сначала немного обжарить куриный кебаб. Он уже готовый, но необходимо обжарить на сковороде. В то время, пока у нас обжаривается мясо, мы приготовим овощи. Для этого нам понадобится помыть и порезать помидоры. Режем помидорами кубиками. Вот что у нас получилось. Теперь мы точно так же кубиками режем огурец. Теперь нам необходимо вот такую приправу. Ну или любую для салата, можно хотя просто соль, если вы не любите. Почему все делаю отдельно? Потому что салат будет слоями. Салат слоеный, поэтому я все делаю отдельно. Перец у меня вот такой цветной. Немножко перчика. И, конечно же, соль. Соль у меня морская. Теперь мы это все перемешиваем. Сначала огурцы. Конечно же, помидоры. Надо мне для этого салата купить очень красивую чашку. Хотя это, кстати, тоже салатная чашка. Слой майонеза. Второй слой мяса. Это, конечно, обычная курица обжаренная. Можно это все, естественно, сделать и самостоятельно. Вот так вот еще. Мясо лишнее не бывает.
принципе, также майонез. Следующий сорт – это огурцы. И помидоры. Можно, конечно, жидкость слить, но мы любим, чтобы было побольше сока, поэтому я сливать не буду. Слой помидор, точно так же еще один слой, майонеза, тоже по возможности мы так распределим, и все. Теперь слой картофельных палочек. Тоже их можно самостоятельно нажарить, но мы любим этот салат именно с таких. Такой быстрый салат получился. Он отлично подойдет к праздничному столу. Конечно, на праздничный стол нужно более красивое блюдо. Я обязательно постараюсь его приобрести. Но так как мы это приготовили сегодня себе на ужин, поэтому очень даже отлично подойдет, потому что это салатная миска, у нее есть крышка, и очень удобно можно поставить в холодильник. Попробуйте приготовить. Это очень вкусно, бесподобно. Самое любимое блюдо моего племянника. Вы уже сегодня видели наш завтрак. На обед у нас была шорпа из баранины. Я уже снимала ее, у нас есть на канале. Ну, а это наш ужин. Всем до новых встреч. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч. Увидимся с вами в следующем влоге. Первый слой, конечно же, у нас будет зелень.